Всем здорово, народ, вы на канале Бублик Channel, и сегодня мы с вами заходим на такой проектик, который называется One State. Этот проект я уже, так сказать, обозревал, это было где-то полгода назад, я проводил по нему стрим, и тогда он был в такой сырой разработочке, это все было на таких бета-версиях и тому подобное. Сейчас же этот проект официально анонсирован, он официально уже вышел, и на нем уже можно спокойно играть, и самое интересное, что у него выходят очень годные и интересные обновления. Давайте мы нажмем сразу же подключиться. Сейчас онлайн 42 человека, что интересно, то есть по сути, это GTA проект, короче, это прямой конкурент Hustle, который вышел еще раньше, чем Hustle, и как бы уже более-менее что-то имеет. Здесь в самом начале мы сразу же можем выбрать персонажа, давайте мы выберем мужчину, мы будем с вами Карлосом, Михаил Томас, значит, это имя мы можем тоже сами ввести, давайте я введу свой обычный никнейм, который я ввожу в принципе везде. Это Адамс, а фамилия у меня Манчини всегда, вот так. Все, мы нажимаем создать персонажа, имя Адамс уже занято. Спасибо. А что, не может быть, что ли, чтобы у чуваков было одинаковое имя? Адам тогда. Ладно, это странно на самом деле. Добро пожаловать в мир One State. Перед тем, как начать, закончится коротким туториалом. Так, полезные команды, служебный транспорт, фракции полиции, криминал... Да, здесь ввели фракции, как вы видите, и это достаточно круто. Дальше у нас есть автосалоны, с этим все понятно. В наших автосалонах ты можешь найти автомобиль под любые свои предпочтения. Что у нас дальше? Есть полное погружение. У нас действует уникальная система отыгровок и ролл-плей ситуации для полного погружения. Так, выбери оптимальные настройки графики, я все поставил на утро, чтобы посмотреть вообще, что как тут с графикой. И тут у нас управление, есть еще управление для эмуляторов, то есть, если кто хочет поиграть на компьютере, скачивайте там BlueStacks. И, ну, есть подробный туториал, как это делается, это все вы в группе ВКонтакте, я думаю, сможете найти. Так, мы заходим, Адамс Манчини, вот, и сразу же давайте мы с вами немножечко задонатим сюда. Объясню почему, я хочу это показать, мы сейчас перенесемся с вами по щелчку, оп. На компьютер, и вот мы здесь. Короче, это сайт One State. Он также будет по ссылочке в описании. И дело в том, что из-за того, что сейчас, там, допустим, у нас ситуация в мире, вы все сами знаете какая, и не все могут донатить, допустим, с той же там Украины, да, One State сделал свой сайт, на котором вы сможете задонатить. Вот, допустим, мы хотим 409 рублей, мы сейчас войдем. Вот, я вошел в свой аккаунт, и давайте мы задонатим с вами 400 рублей, мы выбираем сервер. Выбираем персонажа, Адам Манчини, из-за того, что я зарегался, персонаж как бы сразу виден. Мы нажимаем на вот эту вот сумму. И так, как вы видите, я все оплатил, ввел данные своей карты, там ничего сложного нету, просто вводите карту, нажимаете оплатить, и вот мне пришли стейт коины, 375 коинов, которые я купил за 400 рублей. Что можем с ними сделать? Мы можем их, я так понимаю, конвертировать. Сколько мы можем? Ты получишь 500 тысяч. Давайте мы с вами 300 конвертируем. И посмотрим, сколько это будет. Это 300 тысяч. Опа, я получил сразу же 300 тысяч. Давайте мы приступим к игре. Я так понимаю, я прямо сейчас могу что-то купить. Так, ну, опять же, ультра настройки графики. И, в принципе, игра очень приятно смотрится. И, что самое интересное, физика. Да, то есть тут, допустим, если вас била машина, это не как GTA San Andreas. Вас если собьют, и вы там просто какой-то определенной анимации падаете. Здесь вы прям будете лететь. Прям вот, прям жестко так. Я хочу понять, мне вообще куда карта? Ого, а карта-то большая. Блин, я даже не ожидал, что она настолько большая. И она проработанная, она очень проработанная по сравнению с первым разом, как я заходил сюда. Да, на карту прям постарались. Ну хорошо, давайте мы сейчас с вами отправимся в автосалон и сразу же купим первую тачку. Здесь вот мы видим полицейские участки есть. Ребят, ну, это изучать можно просто бесконечно, поэтому я вам сразу же советую просто по ссылке переходить, скачивать и изучать самостоятельно, потому что все здесь точно показать не смогу. Как нам доехать до транспорта? Давайте как-нибудь попытаемся понять. Так, это мини-маркет, премиальный, давайте, стандартный автосалон. А, вот, он у нас, нет, прямо это у нас премиальный автосалон. А, бля, тут еще автошкола есть, я так понимаю, мне сначала нужно в автошколу. Так, я подъезжаю к премиальному автосалону, и что у нас тут есть? Так, тормозим, я надеюсь, мотоцикл мне не пропадет, мне просто интересно, какие цены в премиальном автосалоне. И 1 400 000, я так понимаю, начинается все от этой суммы. И да, и тут прям, ой-ой-ой-ой-ой, ну таких денег у меня нету, Феррари, кстати, круто, что тачки взяты из жизни, по-моему, правда, названия какие-то не такие, подождите, это можно проверить по Бугатти, да, но называется не Бугатти Вейрон, а Рукати Верни, Рукати Феррини,
Элеганте, Ламборгини Элеганте, я понял. Опять же, здесь есть фракции, и тут есть куда развиваться. Можно фармить, устраиваться там в какую-то фракцию и быть, допустим, каким-нибудь полицейским и ловить бандитов, что довольно-таки интересно. Не знаю, буду ли я этим заниматься, но посмотрим. Посмотрим, во-первых, на ваш актив, на то, что вы скажете там, а дальше будет видно. Так, 4500, деньги у меня есть, задание вы... Что? Все? А, сесть в машину надо. Я думал, теория хоть какая-то будет. Я просто думал, пришел, права купил, и все, поехал кататься, молодец. Так, ну что, поехали. Включи фары. А, радиальное меню, фига. Погнали, это что-то типа Приуса, как я понимаю, да? Ого, физика прикольная. Только нужно к ней привыкнуть. Потому что я только что первую же метку просрал. Уровень топлива, уровень того, насколько наша машина целая. Кстати, давайте на красной остановимся. Слушайте, ну машина, я бы хендлинг машины изменил, потому что я иду 30 км в час, нажимаю на тормоз, она вообще не тормозит. Казалось бы, 30 км в час. Что это за скорость? Там, по-моему, уже зеленый, потому что там горит вон желтый, да. Сейчас там красный будет, поэтому можно ехать. Поэтому да, с хендлингом я бы еще поработал. Вот смотрите, я сейчас еду 60 км в час, нажимаю по тормозам. Нет, ладно, сейчас она вроде нормально затормозила. Хорошо, ладно. Возможно, это из-за того, что я просто еще не привык к тачке. Интересно, большой ли тут маршрут, потому что я, по-моему, просто сделал круг, и он был довольно-таки коротеньким. И мы сейчас уже, скорее всего, подъезжаем обратно к месту сдачи. Да, да, задание выполнено, я получил свою награду. Так, мой велосипед, который мотоцикл тут стоит, банихопить тут, естественно, скорее всего, нельзя. Так, садимся. И теперь я могу отправиться в дешманский автосалон и купить свою первую тачку. Так, и где тут у меня... Я до сих пор не смог найти. Ладно, сейчас мы поищем. Так, ребята, я доехал до автосалона. Вот, и я, знаете, что заметил? Короче, нажал вот сюда, и тут оказалось, что добавили кейсы. Давайте мы сначала бесплатно откроем, посмотрим, что нам выпадет. Так, сразу быстренько. И у меня еще там осталось 75 валюты. Я могу что-то еще открыть. Так, мне выпало 5 канистр. Спасибо. Не знаю, что я буду с ними делать, но пусть будут. Так, это какие-то очень дорогие, у меня столько нет. У меня осталось как раз ровно 75 монеток, и вдруг мне сейчас выпадет тачка, это будет вообще круто. Так, и мне выпало 90 тысяч. В принципе, это окуп, потому что 75 стоит этих донат валюты кейс, а я выбил 90 тысяч, а 90 тысяч это 90 донат валюты, короче, да. Хорошо, давайте зайдем в автосалон, сразу же купим какую-нибудь тачку, так как права у меня есть. А денег у меня много, и я могу себе купить что-нибудь даже такое неплохое. Ну, вот это я не могу себе купить. Вот! Такада Гвардия. Короче, это что-то типа камрюхи. Вот это я и куплю. Вот так сразу же просто купить. Ничего осматривать не будем. Транспорт приобретен. И где мой транспорт теперь? На улице стоит. Ну, вот она. Вот это лайба моя. Да, ну все, все. Теперь можно мутить арабский дрифт и тому подобные вещички. Нет, слушайте, ну, камрюха, это неплохо, я считаю. Как первая тачка, это прям вообще зашибись. А ну-ка, мне интересно, а повреждение? Стоп, кстати, физику имеет. И упал пол, реально? Так, ну машинки вроде повреждений нет. Ну и ладно. Ладно, на этом я буду заканчивать свой ролик, ребята. Вот такой вот видос получился по One State, по убийце Хасла на самом деле. Потому что я думаю, это единственный прямой конкурент. Я больше конкурентов на других движках не видел. Вот. Поэтому, если вас заинтересовало, по ссылочке в описании, приходите, скачивайте и начинайте развиваться вместе со мной. Но на этом я буду заканчивать. Всем до новых встреч. Пока-пока.